Little Big Everybody. Обязательно давайте посмотрим клип. Интересно мне это посмотреть. Что там Little Big делают? Творческие очень чуваки. Максимально. Это надо смотреть. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. В лучших традициях Ксерона. Rock your body, right. Little big, all right. В смысле, прям даже с текстом, прям даже полностью текст. Высмеивание все там фермы, да, там бараны в цепях пляшут, короче, микрофон орут, да, жопы накачивают, это накачивают, да, типа там значок анархии, да, вся хуйня. Вот я тебя понял, я тебя понял в целом. Но почему бы не показать это все на все авторское, типа, да? Или это так, наверное, лучше, да, типа это отсылка к тому, что вот, что делают Everybody, да, типа в этом фишка. Читаю. Задумки с точки зрения качества я пока не совсем могу уловить. Наверное, опять же, я тупой слишком для этого. Но что-то мне, не знаю. Высмеивание, какие все сейчас долбоебы, окей. Это не ново. Трек, ну, не ново, да. Кот, мяу-мяу-мяу, все это было. Enjoykin, респект. Все это мы видели. Биткоин, фермы, да, криптофермы, все, все, я тебя понял, дружище, вот все услышал, вижу там. По исполнению с оригиналом, блять, ну просто без шансов же. Просто вообще, ну, земля и небо. То есть уступают сильно, уступают очень сильно. Ну да, типа за бабки вытаскивается все, типа, да, типа, ну, типа идея, короче, идея высмеивания настоящего, да, типа, что за деньги, вот пиздец, ты меч вытащишь и все, короче, ну, допустим, там Артур не... Ну, типа, все блейте, короче, да, типа, everybody, да, все блейте, все, короче, будьте баранами, да, ну, допустим, допустим. Everybody, yeah, rock your body, right. Little big, alright. Вот это прикольная тема с Fly Dragon, Taxi Dragon, это прикольно.
Вот это прикольно. В конце это интересно. Раскрытие. Раскрытие красивой сказки, да, что типа все вот так, а по факту все вот так. Окей, окей. Это того стоило, действительно. Это того стоило. Чтобы показать, как оно все в реале обстоит, да, по сравнению с тем, что написано там, и как оно все вот так, типа так, а по факту оно вот это все якобы красивое, якобы разнообразное и навороченное, оно в реале вот так все выглядит. Вот ради этого можно посмотреть. Окей, окей. Я тебя понял. Теперь я тебя понял. Теперь я тебя понял. Ну хорошо, хорошо. Но опять же, с точки зрения песни. Клип, как бы, да, клип и раскрывающий идею, окей, хорошая работа. С точки зрения песни, ну, что-то я даже не знаю, блин. Ну, прям оригинал, ну, убойный-то совсем. Так что. Сказал, что знал, да?